На территории химического комбината «Беларусь-Калия» с самого утра кипела работа. Недавно запущенный цех мембранного электролиза вышло благоустраивать все руководство. В день республиканского субботника занялись озеленением. Туи, можжевельники, кустарники – та приятная мелочь, которой не хватало новому производству. Новое предприятие надо облагородить, чтобы приятно было по территории пройти. Вообще эстетика в производстве должна быть. Сегодня мы украшаем наше новое производство – цех мембранного электролиза, по простонародье химзавод, как его называют. Хотелось бы, чтобы оно было не только блестящим от труб, но и зеленым от наших красивых деревьев. Мероприятие республиканского значения помогает сплачивать коллектив, создает хорошее настроение. Ну и физический труд, он всегда, в общем-то, способствует отдыху от умственного. Сегодня занимались тем, что готовили газоны, усаживали кустарники. Каждый старается, чтобы было все побелено, чтобы все было удобно, чтобы, придя на рабочее место, было видно, что мы заботимся обо всем, о своем предприятии. В целом на субботнике активно трудились все подразделения «Беларусь-Калия», благоустраивали и озеленяли территорию. На Березовском участке 4-го рудоуправления заложили целую аллею, которую посвятили 70-летию Великой Победы. 25 деревьев, среди которых шаровидные ивы и сирень, будут украшать территорию предприятия в память о военном подвиге. Мы, как потомки, на нас лежит тоже большая ответственность передать ее детям, эту важность, значимость и нести через годы. Затрачено всего лишь труда, совсем немножко, а память останется на долгие годы. Это инициатива работников Березовского участка нашего предприятия. В целом, если вы посмотрите на эту площадку, это абсолютно новое производство и радует глаз все, абсолютно. Все наши сооружения, состояние, порядок и так далее. Вот этого элемента не хватало. Озеленение, благоустройство. Присоединились к субботнику и объединенные профсоюзы Солигорского района, которые трудились на мемориальном комплексе «Скорбящая мать». Убирали мусор в близлежащем лесном массиве, подметали и облагораживали территорию. Объединенные профсоюзы Солигорского района поддержали инициативу Федерации профсоюзов Беларуси, Минского областного объединения профсоюзов и дружно вышли на субботник. Мужчины работают, разбивают перегной, значит, разбивают землю навезенную. Женщины убирают территорию, подметают, собирают вокруг здесь мусор, который скопился за осень и за зиму. В Солигорске активная работа шла в новом микрорайоне на пересечении улиц Подольской и Воскресенской. Трудовой десант стройтреста номер 3 готовил новую улицу к официальному открытию, которое планируется 9 мая. На уборке прилегающей лесопарковой зоны были заняты более 40 человек. Работа – это уборка листвы, уборка веток, мусора, пней. Когда производились работы, были корчевания происходило. Поэтому мы сегодня убираем. Хорошее настроение. Вышли с хорошим настроением. В республиканском субботнике приняли участие более 40 тысяч солигорчан. Общими усилиями наводя порядок, готовятся белорусы к важному празднику – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.